на сегодня. 2100, ну, короче, 2200 против, короче, там больше 5000. 4 генерала против меня. Будет, короче, Спарта. Да. Жесть просто. Да, писец плавный. Говорю, Спарта. Ура! Короче, толкнул речь, можно умереть. Писец полный. Войско, короче, почти 6000. Так, ладно. Яри. Хорошо, в этот раз немножко лучше, что у них нету с катанами самураев. Так что мне немножко проще, немножко. Так, криво. Все равно это не спасет. Так, а что лучники здесь стоят? Лучники, лучники, лучники. Сюда. Ну, лучников дофига. Это плюс. Так, Яри. Яри. Мы для дефа поставим. Так. Катана. Замковые. Замковые сюда. Так. С катанами. Сюда. А где вторые у меня с катанами? Я сюда их поставил. Угу. Угу. Только чуть-чуть, чтобы лучники не перевалили. Мы их поставим сюда. Так, последняя линия обороны готова. Ну что, погнали. Так, они идут оттуда, понятно. В основном. Так, боковых. Сюда. Давайте, шевелитесь, бегом. Так, что у нас здесь? Лучники, ну сюда бегом идите. Так, подкрепление будет оттуда идти. Охренеть. Ну ладно. Вот с этой стороны никого нет. Тут лучников позабирал я. Какого хера вы там стоите? Ага. Понятно. Он мало сюда сместится. Бегом.
И понеслась моча по трубам. Хай, Джимми. Так. Спешились. Конница. Ох, вафли. Так, я всех зарядил огненными. Валите. Жалко, нету смолы какой-то. Так, там походу уже ломится, нет? Залазят скоты. Так, здесь уже заходим. Залазят. Мы их немножко сюда перекинем. Тут полезли. Назад, 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 ребята. Я вас перекину сюда. А тут махач пошел. Отойдите, ну, а нет, это не те. Это правильно. Я там не заливаю. Здесь все ломится. Жесть. Стоят. Тут вышку отбили, понятно. Блин, это лучники. Назад, назад, назад. Блин. Сколько вас здесь, алло? Лучники, 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 лучники. Самурай с катанами. Тут валятся. Короче, у меня остались одни лучники. И походу жопа.
ночью и засыпаю. Сколько у них народу? Мы их тут перебили уже, понятно. Пошли на моих лучников. О, да, с луками. Да я понял, что в опасности. Что я сделаю-то? Ну чё, блин, тут их вообще тьма, короче. Я не знаю. Так, ну это лучники, ладно. Лучники. Господин, один из наших отрядов остался без боеприпасов. Серьезно? И чё? Так, где отступают? Лучники в упор не стреляют. А где ты в рукопашку идешь? Так. Идите помогите моему генералу. А не, он отбился, кстати. Молодец. Живой. Сюда нафиг. Так, эти отступают. Он все равно мясо. Блин, просто трупов не видно, кто из них все живой есть. Так, башня, башня, башня. Блин, не закончились. Так, мясо, мясо, мясо. Вот еще стрелы есть. У этих тоже стрелы есть. Так. Блин, ну капец, ну что за фигня? Только лучников подвел. Идите валитесь нафиг. Опять махач. Ок. Так, лучников мочат моих. Ничего хорошего. Девятнадцать лучников. 56 лучников. Ну вы будете нападать, алё? Так, лучники, лучники. Они вообще стоят, ничего не делают. Беда. Ну
Ни хрена себе, я выиграл. Я выиграл. 2000 против 6. У меня даже еще этот выжил. Вот там еще. Вот это просто жесть. Да я так и стараюсь лучников отводить. Я просто их подвожу назад, и те опять бегут. Офигеть. Правда, у меня почти всех убили. Мне осталось 400. У того было почти 6 косарей. Нормально так. Жалко этих. Лучников положили.